Всем привет, с вами сегодня опять Миша на канале Классик ТВ. Сегодня поговорим о празднике 1 мая, праздником весны и труда. О, 1 мая впервые было отмечено празднование в Российской империи в 1890-х годах в Варшаве, а в 1891 году уже в столице Санкт-Петербурге празднулся. Многие еще помнят, первоначально назывался праздник День международной солидарности. Трудящихся это в Советском Союзе праздник часто назывался просто по числу 1 мая. А сегодня в Российской Федерации праздник не устарел, а утратил свой политический окрас. Отмечается под названием праздника весны и труда и является выходным днем, официальным день закрепленным в статье 112 Трудового кодекса РФ от 30 декабря 2001 года. Как бы ни назывался этот майский день, днем социалистической трудовщины и праздником весны труда, для многих 1 мая трудящихся традиционно символизирует возрождение и приход весны. Большой эмоциональный взгляд, который он несет, то есть несет в себе, связан не только с ощущением весного, то есть весеннего пробуждения природы, но и с восприятием 1 мая как общего торжества, сплачивающего всех россиян и других народов, где этот праздник празднуется. Ну, сегодня наши дни, этот праздник стал, как у Кевин, я вначале говорил, но в этом году, который сейчас идет, и сегодня 1 мая как раз, отдыхаем как раз 4 дня почему-то, если должен 3, не обязательно сколько будем отдыхать, 4 дня, и вот что хочу сказать, надо отдыхать и умело всякие праздники. Неважно, какой это праздник, какой это день, неделя и число. Сейчас кто-то будет на даче трудиться, сажать, все такое, кто-то отдыхать. Кто чем будет заниматься в эти дни?
Пустите мое видео на 9 мая к 70-летию Победы, которого еще подписывайтесь на канал, если не пропустить. И вступайте в группу тоже. Ну, для любителей спорта. Сегодня 1 мая начинается чемпионат мира по хоккею. Ну, 1 мая 2015 года, 16:15, группе А и группе Б играет команда. Ну, группе А Канада, Латвия играет. Сегодня 16:15. И США, Финляндия. И еще 1 мая у нас 20:15 играют. Еще 4 команды. Чехия, Швейцария группе А играет. И группе Б играет Россия, Норвегия. Не пропустите их сегодня матчи. Кто за кого болеет? Заходите в ВКонтакте, у меня все новости будут о хоккее. Кто любит его смотреть? У меня даже есть опрос. Как вы думаете, кто победит с команды? Чемпионат мира по хоккею. Там у меня в обсуждениях будет. Подписывайтесь в группу, чтобы все новости посмотреть. Также можете свои мнения писать об этом чемпионате. Буду обозревать его. Если матчи будут. Пытаюсь матчи выложить. И смогу. А в основном будут российские матчи пускать. Пытаюсь выпустить и выложить. Точно не обещаю. Ну всем пока, на сегодня все. Ждите, может, я уже Россия на веке сегодня. И ну, всем пока, короче, подписывайтесь в группу, вступайте в группу, подписывайтесь на канал, ставьте лайки под видео. Чтобы не пропустить следующие видео, кто будет. Всем удачи в дальнейшем.